КАМАЗы с песком и экскаваторы снова на горизонте. С прохождением паводка, когда новая трасса была специально затоплена, строительство дороги продолжилось. Первым делом дорожники укрепляют откосы, закатывают основной слой земли, который еще зимой привезли, а также уложат трубы водоканалов. Теперь дороги на Ринмар-Тельвисской весенние паводки не страшны. Именно таких вот 4 водоотвода диаметром 1,5, 2,5 и 3,5 метра будут установлены в дорожное полотно. Как раз таки по ним будет уходить лишняя вода. На сегодняшний день дорожники выполнили 35% земельных работ. До конца лета необходимо поднять уровень дамбы до проектных отметок. Получается, сделали мы только всего лишь 1,20 м, буквально пришли до 40-го пикета, 42-й пикет у нас. 42-й пикет, да, получается 4200. Да. Строители стараются. От качества их работы и соблюдения технологического процесса напрямую зависит, как долго прослужит трасса. Здесь очень много ручного труда. То есть здесь все откосы, они насыпь затопляемые. То есть это георешетка укладывается, дорнит. Очень много ручного труда входит. В ночное время, как думаете, работать будут? Не будем заставлять. Как отметил ведущий инженер Центстройзаказчика, летний сезон пролетит незаметно, поэтому пока тепло, необходимо сделать максимум работ. Ведь уже к концу следующего года по долгожданной дороге должны проехать первые автомобили. Олег Хатанзейский и Александр Большаков. Телеканал «Север».